Еще о мигрантов. Их стихийный лагерь во французском Кале вновь в центре внимания. Само его существование сподвигло местных жителей, фермеров и дальнобойщиков на акцию протеста. Они перекрыли движение, мы видим, по магистрали, которая ведет в Великобританию. Вот такую картину теперь можно наблюдать в Кале. На дорогах грузовики, сельхозтехника, у аграриев и у водителей к обитателям джунглей. Так прозвали приют для беженцев. Много претензий. Мигранты хозяйничают на полях, уничтожают урожай, а также регулярно нападают на большегрузы, которые следуют в Соединенное Королевство. Джунгли уже пробовали снести и расселить, но даже сейчас число его жителей составляет от 7 до 9 тысяч человек. Власти Франции объявили, что будут демонтировать стихийные постройки, но точные даты так не назвали, чем вызвали новую волну гнева у местного населения в Кале. Нас уже достала эта ситуация с мигрантами в Кале. Они очень агрессивные. Мы уезжаем утром и не знаем, как будем возвращаться вечером. Они кидают грузовики камни, металлические прутья. У них даже мачете есть. У меня есть маленький сын, и я не хочу, чтобы он остался сиротой.